Дождались. На пересечении улицы Широкая, поселка Дубовое, с автодорогой Белгород-Никольская наконец-то установили светофор. Для жителей ближайших районов это событие стало, без преувеличения, долгожданным. Вы знаете, я сама уже дважды чуть не попала под машину. И очень хорошо, что его поставили. Мы уже неоднократно собирали подписи с этого всего района, потому что детям очень трудно, да и взрослым. Светофор пока работает в тестовом режиме. Всегда мигает желтым, чтобы водители привыкли. Но уже на следующей неделе он перейдет на стандартный режим работы. Данный участок дороги в течение нескольких лет считался аварийным местом. В период с 2010 года совершено порядка 50 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили ранения. В основном происшествия были связаны с выездом на автодорогу Белгород-Никольская и непредоставлением преимущества. Новинка обошлась 1 200 000 рублей. Расходы на установку взял Фонд содействия развития Белгородского района. Ожидается, что на дороге Белгород-Никольская в перспективе будут установлены еще два таких светофора.